Всем добрый день, с вами я, Александр Демидович, и по традиции я имею возможность с помощью известного блогера из Австралии украинского происхождения Elizest вам рассказать о ценах на куриные яйца в Австралии. После ее короткого репортажа я хотел бы вам предложить еще свои размышления по этому поводу. Заодно я вам расскажу, почем у нас яйца на центральном рынке. Ну, смотрим. Итак, смотрим яйца. В этой пачке 18 яиц по цене $7.60. В этой пачке 30 яиц $10.20. Так, на эти яйца акция $3.80. Экологически чистые яйца. Сколько там? 12 штук в пачке. $5 за пачку. Также 12 штук. Вот. Эти дешевле. 2,10 за 12 штук также. Самые дешевые $2.10. Ну вот, мы посмотрели на цены на яйца в Австралии, я сделал маленький анализ, ну взял калькулятор, как это обычно делается, ничего сложного я не изыскивал, но мне стало интересно, потому что некоторые цифры для меня начали совпадать. Но для начала, сразу же последовательно вам рассказываю. Мы увидели, что цена на яйца в Австралии 42 цента. В Полтаве на центральном рынке я увидел разлет цен от 24 гривен до 32, в зависимости от калибра яйца. Ну, так же самое мы видим и в Австралии, градация своя есть. То есть, давайте будем говорить о самом дорогом яйце. В Австралии я посчитал, одно яйцо стоит порядка 42 центов, самое дорогое. Австралийских центов, подчеркиваю. В Полтаве самое дорогое яйцо я сегодня увидел 3 гривна 20 копеек одно яйцо. Я решил проанализировать, сколько же на нашу среднюю зарплату и на среднюю зарплату в Австралии можно купить яиц. Итак, средняя зарплата в Австралии составляет, я вам уже рассказывал, порядка 7 тысяч долларов в месяц. Австралийских долларов. Я посмотрел официальные источники в Украине. У нас сообщают, что на декабрь месяц средняя зарплата уже составляла более 8 тысяч. Но я упростил, урезал, потому что мы все прекрасно знаем, как высчитывается средняя зарплата. Допустим, что у нас средняя зарплата составляет тоже 7 тысяч гривен. Ну, 8 тысяч, 7 тысяч, небольшая разница, согласитесь, примерно одно и то же. И вот я разделил среднюю зарплату на цену в центах и в гривнах, и вот что я получил. Парадокс. Хотя для них это жизнь, а для нас это парадокс, действительно. Итак, на среднюю зарплату в 7 тысяч австралийских долларов австралиец имеет возможность приобрести 16 666 яиц. Прилично. Но украинец, если у него будет средняя зарплата 7 тысяч гривен, сможет себе позволить купить 2187 яиц. У нас, может, яйца золотые, может, у нас везде курочки-рябы из сказки. Но, к сожалению, факт остается фактом. И когда меня просят относительно зарплат, надо все это вычислять. Ну вот, относительно зарплат австралиец может, вы меня извините, почти в 8 раз больше купить на свою зарплату. Ну вот такая вот ситуация. Всем хорошего настроения. Пока-пока.